принял решение о выводе своих войск. Но Пакистан и США продолжают вмешиваться во внутренние дела афганцев. В степи казахской уроженец, солдатской чести эталон. Перед тобой дрожал чеченец, который злом был опьянен. Крылатый гений небосвода, лихой отважный воевода, в душе крестьянин и солдат, свой офицерский чин не мерил и в справедливость дела верил, не бросив раненых ребят, что были рядом за спиной, в горах, степи и в небесах. Не постоял ты за ценою, свой поборов недюжий страх. Бойцы спасения ожидали, не ради славы и медали, а ради жен, детей, отцов. Ты вертолет довел до цели, хоть пули яростно свистели сквозь стоны раненых бойцов. Январь 2000 года пусть будет в памяти людей и чтят тебя, солдат народа, великий воин наших дней. Ты сын и гордость Казахстана, приняв судьбу Афганистана, стоял за родину горой, истекший крой долг исполнил. И списки доблести пополнил отчизне преданный герой.